эти книги, конкурсы проходить и играть можно. А в книгах можно читать всякие лучшие книжки, которые вам нравятся. Я проголосовала за книгу за интернет, потому что интернет можно взять в любую поездку, там можно положить в карман, так более удобно, а за книгу, потому что если все время сидеть в интернете, то это как бы и вредно для здоровья, и книга, она, ее когда читаешь, как-то больше узнаешь, чем из интернета, потому что в книге все точно правильно. Я выбрала книгу, потому что так можно научиться чего-нибудь, и она интересная. Молодец. Так, следующий — интернет. Теперь кто сторонник интернет? Так. Я выбрала интернет, потому что его можно взять в любой момент с собой. Так. Так, дальше. Я выбрала книгу, потому что в книге можно представить, как выглядит персонаж, его голос. В общем, развивать воображение. Принимается. Так, я выбрала книгу, потому что книга проверенные факты. Дальше, интернет кто у нас? Можете повторяться по кругу. Я выбрал интернет, потому что в интернете есть все: видео, электронные книги, картинки, которые. Я выбрала книгу, потому что книга развивает воображение. Я выбрала интернет, потому что в интернете есть и мультики по книгам. Я выбираю книгу, потому что ее можно взять с собой. Книгу, как бы, телефон может сесть, интернет может, нету интернета, а книга всегда есть. Да. Я хочу сказать. За кем последнее слово будет? За книгой или за интернет? Сейчас, я еще подумаю. Так, кто у нас за интернет? Двое остались. Давайте свое что-нибудь. За кем последнее слово-то будет? За книгой или за интернет? Вам нечего больше сказать в пользу интернета? Я выбрала интернет, потому что в интернете можно общаться с людьми, можно все эти рассказы, которые написаны в книгах, можно их прослушивать и можно прочитывать в электронной. А я тогда спорю, ибо не развиваешься, когда слушаешь. Давайте. Потому что не знаешь, как напишется, например, как это неправильно, но может напишешь потом. Во время просмотра книг в интернете можно представить, как он выглядит, этот персонаж, его голос можно представить. А в книгах что? Я выбираю книгу, потому что ей можно пользоваться и в лесу. Окей. Казаль вообще. Я выбираю интернет, потому что в интернете можно все, что нужно, скачать. Окей, там был какой-то, что можно там с людьми общаться. А можно и встретиться, и поговорить просто так. С книгой. Про книгу. Да. Я про книгу, что в книге много чего есть. Мне кажется, что интернет, то что книга может быть очень редкой, а тебе задали почитать, и можно в интернете легко найти. Потому что в книге можно узнать много нового. Приложение электронной книги и читать в любой момент. Ничего себе, ничего. А телефон у тебя вечный? Нет, портативная зарядка. Вот. Конечно. А книга вечная? Можно что-то вот услышать от кого-нибудь, что плохо тебе кто-то скажет, выманит у тебя деньги и все. А в книге такого не услышишь. А в интернете полезно то, что можно найти любую информацию. Нет, я думаю, что интернет не полезен, потому что можно
много информации. И к тому же у тебя могут за счет денег. Можно получить много ненужной информации. Можно найти очень полезную информацию, как из книги. Можно набрать любую книгу и прочитать ее в интернете. В интернете можно поискать что угодно, что вам хочется. И сейчас уже можно просто сказать словами, нажать на специальную кнопку слушания и сказать словом. Потому что в интернете мы можем набрать, и нам все это могут в окей гугле сказать, и мы можем отучиться читать. А в книге мы можем все это прочитать, получить всякие чувства, с которыми эту книгу писали. И будем лучше читать, и писать, и знать орфограммы. И вот это. И мне кажется, лучше книга, чем интернет.